Здравствуйте, дорогие друзья, вы на канале Башмачек, и сегодня мы покажем обзор на новое средство, а также дадим отчет, как служили кеды после кардинального изменения цвета. Вот, хочу вам показать, специально их не чистил, как они выглядят. Прошло чуть больше месяца, в принципе, результатом я доволен. И сегодня мы представляем вам новое средство от Movistep Mousse Cleaner. Описание на это средство, оно будет внизу по ссылочке, поэтому проходите, как оно работает, я сейчас вам покажу. Все очень просто, и я уверен, что вам понравится. Для начала я пройду просто щеткой от пыли. Дальше я наношу начинаем чистить. Я думаю, этого будет достаточно для того, чтобы пройти полностью весь кед. Вот, сколько я вижу, даже шнурки. Очень удобно. Чуть-чуть на еще. Также пройдем по белому. Пожалуйста, пара готова. Это средство удобно своей компактностью. Вы можете легко положить себе в сумочку, и где бы вы ни находились, вы очень быстро, как вы уже увидели, сможете почистить свою обувь. Вам спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите в комментариях, что бы вы хотели еще увидеть в последующих наших видео. Всем спасибо, до свидания.